Комитет Государственного совета Республики Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии и коммуникационное агентство «Путешествуем по Коми» представляют туристско-экологический портал turkomi.ru. Республика Коми – это активно развивающийся во всех направлениях региона Российской Федерации. В этой связи, а также в связи с развитием телекоммуникационных услуг, сегодня как никогда становится актуальным вопрос о получении качественной, достоверной и полной информации о Республике Коми, как внутри нее, так и за ее пределами. Одновременно встает вопрос о необходимости продвижения услуг, предоставляемых в Республике, особенно в сфере отдыха, спорта и туризма. Цель проекта – формирование яркого, позитивного образа Республики Коми в сознании людей, проживающих в других регионах Российской Федерации. Патриотическое воспитание населения Республики и популяризация различных видов отдыха в Республике Коми. Портал turkomi.ru является познавательным и полезным ресурсом для взрослых и детей. Размещаемая информация распределяется по блокам. Отдых в Коми, природа Коми, культура Коми, важно знать, путешественнику на заметку. Блок «Отдых в Коми» объединяет в себе такие рубрики, как «Туристские операторы и агентства», «Туристские комплексы и базы отдыха», «Гостевые дома», «Гостиницы», «Санатории и профилактории», «Экскурсии». Здесь собрана информация о готовых туристских продуктах, производимых на территории республики. Любой посетитель портала может ознакомиться с разнообразными базами отдыха. Например, Кадам с ее уникальным озером и поистине восхитительной природой. На берегу озера с его чистейшей водой можно бесконечно любоваться закатом или восходом солнца. Заядлые рыбаки порадуют тебя отличной щукой или окунем. Кадам всегда радостно встретит все ваше семейство и сможет предоставить полноценный отдых в заповедном месте. Уникальными и самобытными видами услуг могут похвастаться почти все представители туристской сферы республики. Именно поэтому каждая статья максимально визуализирована. Большое количество фотографий и видеоматериала позволит любому жителю республики, страны и мира виртуально побывать в том или ином уголке Коми-края. Подобная форма подачи материала поможет привлечь потенциальных туристов в наш регион. Блог «Важно знать» содержит полезную информацию о нормативной базе, связанной с туризмом, отдыхом и спортом. Он поделен на рубрики «Азбука безопасности», «Охота и рыбалка в Коми», «Регистрация и эксплуатация транспортных и плавсредств», «Правила поведения в особо охраняемых природных территориях Коми». Разводить огонь в лесу крайне опасно, но в многодневном походе или в случае незапланированной ночевки вдруг заблудились, без костра не обойтись. Я расскажу, как разжигать его правильно. Блог «Природа Коми» включает в себя информацию об экологии и климате нашего края. Одним из основных богатств Республики Коми являются леса. Именно они занимают 87% общей площади территории республики и носят гордое звание «Легкие Европы». Мы знаем, что на севере у нас есть тундра и олени, а на востоке – хребет Уральских гор. Но главным богатством все-таки является лес. Он хранит в себе свои загадки и свои истории, а хозяйничает на его территории – нет, не ЕГМОРФ, как вы подумали, а Комитет лесов Республики Коми. В рубрике «Флора и фауна» статьи о растениях и животных, которых можно встретить в наших лесах. Например, северная орхидея. Ее цветение совпадает с началом лета, а увидеть ее можно даже в окрестностях Сыктывкара. Важно знать, где. Рубрика «Особо охраняемые территории республики» повествует о том, какие удивительные и важные места с точки зрения экологии существуют в нашем крае. Культура Коми весьма богата и разнообразна, поэтому блок поделен на следующие рубрики: культурный досуг, праздники и традиции, ремесла и виды деятельности, фольклор Коми. Вот, если так сыграть, то как сороку, да, изображаем. Следующий инструмент – тыч-точ. Тыч-точ? Тыч-точ. Тыч-точ. Тыч-точ, да? Изображает дятла. Задача этого блока – нести в массы все культурные составляющие нашего региона и пропагандировать ценность знаний об истории и культуре нашего края. Я – древний сказочный чудин. С Лукошком буду, я один. Лукошка сказок украду, один я в сказку попаду. Таким образом, туристско-экологический портал «Путешествуем по Коми» объединяет на своей площадке туризм, культуру и образовательный элемент.
активное взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями позволит объединить усилия, направленные на реализацию целевой программы развития въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми. Интернет-портал в данный момент проходит регистрацию в качестве средства массовой информации. Также планируется регистрация товарного знака «Путешествуем по Коми». В процессе развития находится интернет-магазин, в котором можно будет приобрести различные туристские продукты, что будет способствовать активному росту продаж туристских услуг.